Слово «гносис» означает «знание». Знание. Или мудрость. Это были люди, которые считали, что вот во Христе открывается, для познания Христа нужны известные знания. Поэтому не все люди могут воспринять Христа, не всем людям это все открыто. Знаете, что я сейчас вам прочитаю? Интересное высказывание здесь. Нужно будет все силы ума сейчас нам употребить, чтобы понять это высказывание. Это первое послание к Коринфянам, 2 глава, где апостол Павел говорит о мудрости и говорит похоже, как говорили гностики, но совершенно противоположное значение. И вот это нам увидеть надо сейчас. 6 и 7 стихи. Мудрость же мы видите, да? Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века этого не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Что говорили гностики? Есть тайное знание. Кому это знание открыто, тот спасен. В нем есть искра Божья. И поэтому люди делятся на верховных, которым знание открыто, на средних, которым оно полуоткрыто, так что что-то такое немножко понимают, и невежды, которые совсем не воспринимают. И они погибшие совершенно. То есть спасение зависит от степени мудрости человека, от степени знаний, которые в нем есть. И опирались они на вот это место. Почему гностики так учили? Потому что это гностики – это языческое производное. Сейчас самый корень их учения рассмотрим. Значит, убеждение, которое внедрил Платон, греческая философия в целом, это резкое различие материального и духовного. Материя – зло, а дух – это добро. Это нужно очень хорошо понимать. Это гностики, это Платон, это греческая философия. Резкое противоположение материального и духовного. Вы можете что-нибудь на это ответить? Нет ничего в самом себе нечистого. Нет ничего в самом себе нечистого. Ну, а как же не живет во мне, во плоти моей ну, ничего? Вот он был дуализм, как бы. Добро и зло. То есть, вот они верили в мясе. Что, Евгений? Вы в плоти имеется в виду не в мясе же, не живет. Так, 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 так. О, значит, нематериально. Так, вы понимаете, откуда исходят все злые помыслы, все зло? И сердце. Понимаете ли, здесь плоть – это как вот это вот начало. Не живет во мне, во плоти моей ничего доброго. Это не значит рука, нога, сердце, глаз, там, понимаете ли? Это вот греховное начало. Так и о материи, что в Библии говорится? Бог сотворил этот мир и сказал «хорошо», «весьма хорошо». А про человека что говорится? По образу подобию Божьему. И Давид говорит «дивно я». Дивно сотворил. Дивно я устроен. Понимаете как? То есть это совершенно неправильное убеждение, не библейское убеждение, но оно пронизывало всю греческую философию, оно пронизывает современный индуизм. И в мире, если без Библии, есть материализм и идеализм.
И долгое время я считала, что идеализм – это что-то такое, ну, божественное, а материализм – это, значит, мы от обезьяны. Так вот, нет, материализм – это действительно материализм, да, вот, обезьяне происхождения. Но идеализм, он ничуть не лучше. Идеализм говорит, что Бог живет в тебе, ты и есть Бог. Поговорите с нашими людьми в миру, вам каждый скажет: а у меня тут Бог. Вот. Вы поняли? Это ничего божественного, ничего библейского. Это вот это самый философский идеализм. Еще говорят, говорят, мы сердцем верим, а мы умом. Ну вот так вот говорят. И в православии есть убеждение, что все и так знают Бога. Это само собой все знают. У всех людей в душе живет. Под этим влиянием Тертуллиан, он очень много отчеканил всяких таких словечек, ему принадлежит слово «душа по природе своей христианка». Оно нам очень нравится, оно всем очень нравится, но это ложное утверждение. Понимаете, в чем дело? По природе своей мы все бунтари, по природе. Почему человеку трудно уверовать? Потому что он в бунте. Ему надо примириться с Богом. Умоляем вас, помните, Павел говорит, умоляем, примиритесь с Богом. И убеждение о том, что где-то у меня вот сама по себе святость есть, и Бог во мне живет, и по природе я вообще христианин. Я могу не читать, и не подчиняться, и не все, но я буду считать, что вот это все отзвуки первородного этого греха. Будете как боги, будете знать добро и зло. Вы почувствуете как? То есть, когда мы говорим про эту философию, это опять не предание старинной глубокой. Это все, в настоящее время это же самое индуизм проповедует, говорит. И вот это тоже я показала вам, вот эти вот то рога, то копыта мелькают, прямо не говорят. Но, в общем-то, тебе внушается понятие, что ты... Ты и сам Бог. Возвеличение себя. И поэтому отсюда следующий шаг. Все дозволено. Ну, если ты Бог, все дозволено. Достоевский сказал. Если Бога нет, то все дозволено. Вот. Вы понимаете ли, что все можно, все дозволено. Вот какая оборотная сторона того, что во мне живет Бог. Самое-то интересное, что нам тут так написано, вы знаете, да? Да. Открытие тайны Христовой, которая не была прежде открыта, которая только теперь стала открытой. Это к Ефесянам. И в чем это тайна, мое разумение, тайны Христовой? Она не была возвещена прежним поколением. И в чем тайна состоит? Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования. Это тайна. Есть еще тайна, в другом месте сказано. Тайна в том, что Христос в вас. Упование славы. Но и так вам говорится, Христос в вас. Кто примирился с Богом, кто отверг ветхого человека с его страстями и похотями, все распялся Христу. И он входит в семью Христову. Вы понимаете ли, что я хочу, чтобы вы поняли затруднение Первой Церкви. Люди-то были простые, не философы, и это уразумевать было трудно. И я считаю великим чудом, что они побороли гностицизм. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
Я сейчас вам всю систему выстрою. Все вытекает из этого противоположения материи и духа. Значит, как гностики или как языческие философы слушали, например, первую главу Иоанна? В начале слова они скажут «да». Слово «логос». И под этим словом потом будут Христа называть «логос». Вначале было слово. Слово было у Бога. Да, да, они скажут. Слово было Бог, да. Ничто, все начало через него быть, что начало быть. Да, скажут они. И слово стало плотью. Они говорят, нет. Нет. Это никак не может быть. Слово стало плотью, чтобы дух стал материей. Материя, которая источник всего слова, при полном противоположении духа и материи. Как это может быть, чтобы слово стало плотью? Нет. Но вы понимаете вообще логику этого? Что для человека, который считает материю злом, признание того, что божество стало материальным, это немыслимая вещь. Немыслимая вещь. Знаете что? Это действительно немыслимое. Чтобы вечное стало временным. Чтобы бесконечное стало конечным. Невидимое стало зримым. Чтобы Бог вошел в жизнь этого муравейника нашего. Чтобы, понимаете, вот это понятие «уничижил себя», пролился, как вода, чтобы нас спасти. Это никак не укладывалось в сознание людей. Так вот, поэтому следующие особенности гностицизма. Они изобрели второго Бога. Все-таки реальный был Христос? Был. Но он никак не мог быть тем Богом, вот, который... Вот. Верховный Бог. Поэтому они изобрели понятие второго Бога, демиурга, с которым связано сотворение видимого мира. Это Бог обладает качествами и зависти, и ревности, и злости. И, в общем, такой вот Бог. Демиург. Ну и... Ну хорошо, а как же быть с высшим Богом? Тогда они придумали теорию эманации. Это что вот этот высший Бог, который никак не может соединиться с материей, но надо же было Христу-то воплотиться, как-то он пришел на землю, что вот этот от высшего Бога идут эманации, какие-то вот облако какое-то, которое выделяется от него, по мере приближения к земле уплотняется. И вот появляется уже человек Иисус Христос. Вы понимаете, что через систему каких-то вот превращений.